Парламентская оппозиция требует на ковер ответственных из Норе. Хотят узнать истинную ситуацию на рынке нефтепродуктов, задав чиновникам вопросы на профильной комиссии. А вот эксперты не думают, что ураган в США делает такие волны у нас. Экономисты склонны думать, что погоду тут больше делает новая методология расчета. То, что произошло, это новая методология, которая увязывает напрямую цены в Республике Молдова от флюктуации на биржах. Я думаю, что эта методология в корне неверна, потому что отныне мы будем напрямую зависеть от тех спекулятивных интересов, иногда конъюнктурных, больших контрактах, которые Республика Молдова не имеет никакого отношения. Республика Молдова должна придерживаться другой стратегии, переформатация импорта, диверсификация, либо заключение спотовых контрактов на долгосрочный период. Эксперт уверен, власти могут остановить этот безудержный рост, внеся поправки в налогово-бюджетную политику. Я думаю, что первое, что она может сделать сейчас, понизить ставку акциза. Квота акциза была увеличена с 1 января на 40 бань. Возвращение к той квоте, которая была в 2020 году, я думаю, что снизят цены на бензин, как минимум на 40 бань для начала. И таким образом есть возможность приостановить определенные инфляционные ожидания. И та уже инфляционная спираль, которая запустилась, когда цены растут по принципу домино. Депутаты блока «Коммунисты-социалисты» потребовали провести парламентские слушания. Хотят задать вопросы ответственным из Норе и парламентской комиссии по бюджету и финансам. Слушания состоятся 15 сентября.